Соломону, ПНР. Посмотрим, проверим. И вот он здесь. Такой вот лайнер стоит. В порту, короче, ОПНР. Там сцена. Нормально, нормально рубят. Belgium.
un joc. T'hem regalat una pas cumpleaños. Проходит прямо вот на берегу. Привет! Все веселятся, все на позитиве. Вот сейчас пойду прогуляюсь вперед немного. У меня с собой спальный мешок. 10 евро в кармане. И я думаю, все будет круто сегодня. Вон какое пати. Меня прям уже тянет на эту музыку. Опять. Но я хочу дойти до маяка и посмотреть, что там. Корабль, короче, вот отплывает куда-то. От Ибицы, кстати, можно на Ферментеру уехать. Hello! Hello! Привет! Супер гуд! Приезжайте на Ибицу, это вот моя первая Европа. Первая Европа и сразу Ибица. Вообще ништяк. Вот там тоже на корабле что-то происходит. Короче, пойду я на танцпол. Встретил тут знакомых. И русские тут тоже есть. Вон как кричит танцпол. Я тоже туда хочу. Там играет Соломон. Не знаю, я его потом послушаю. Но вроде как рубит нормально. Рубит вообще огонь. Такой вот бесплатный опен-эйр устроили в центре Ибицы сегодня. О, пенсионеры пожаловали. И не только пенсионеры. Здесь вот происходит автопати. Основной дискач закончился. Кто по домам, кто дальше тусоваться. Все отдыхают, все гуляют. Очень круто. Здесь, о, какой-то хиппи-парад. Нормально, сейчас засниму. С этими ребятами. Как я люблю. No, Thomas. No, Thomas. Only Raja. Yeah.
итальянцы, испанцы. Все тусуются здесь. А пакетики спят. Возвращаюсь обратно. Хиппи движение загибается на Ибице, потому что все их щемят, не дают ставить палатки, не дают разжигать костры, все упирается в деньги. Но я думаю, пока живы эти люди, пока жив настрой, все это сохранится и всегда будет процветать на Ибице. Потому что Ибица – это все это, то, что вы видите своими глазами. Вот я здесь отдыхаю, общаюсь с людьми, спрашиваю, знают ли они английский или нет, потому что я сам его знаю очень мало, little English говорю. Но вот сейчас вот здесь ребята сидели с Аргентины, сюда прилетели, не знаю, сколько часов им потребовалось, чтобы сюда добраться. Перед тем, как сюда прийти, общался с американцами, которые приехали сюда вот на этом круизном лайнере большом и просто тоже путешествуют, не знаю, сколько там, 6 месяцев, может быть. Но там, конечно, вообще самый релакс, лакшери отдых. Так, конечно, тоже прикольно. В принципе, все реально. Пойду дальше прогуляюсь. Ищем круглосуточный магазин. Встретил русских ребят, можно сказать, из родных мест. Вот такой пустынный город. Не скажешь, что сегодня. Да, и не скажешь, что сегодня было пати там мощное. Короче, все разошлись по домам. Кто куда, короче, кто на автопати. В общем, такие дела. Прикольное здесь дерево. Гуляю по ночной Ибице, набережная, там вот вдали катера, яхты, все спят, время где-то около 5 утра, все прикольно, тихо, скоро, наверное, выйду на трассу и поеду обратно в Эсканар автостопом, когда машины начнут ездить, спать вообще неохота пока. Заряд энергии, бьет ключом. Встретился тут с русскими ребятами из Казани, которые приехали только сегодня и пропустили все пати. Я им рассказал, как было круто.
дошли до их отеля. И сейчас просто гуляю. Кто-то вон еще не лег спать. Кто-то на балкончиках зависает. Днем я, конечно, здесь не был. Но, наверное, все очень круто здесь днем. Много людей разных национальностей. В центре Ибицы много русских. В общем, такие дела. Вон кто-то сидит. И просто тоже втыкает. Вот когда нужно снимать зомби-апокалипсис. Никого вообще нету на улице. Просто сказка какая-то. Не скажешь, что днем здесь куча людей, туристов. Выходи и снимай фильмы. Что захочешь.